Чего ты меня испугаешь сегодня, а? Ну, дверь закрывать, видишь, дверь закрыли. Ну, чтобы вот тут забить. Ну, потерялись, мама вина. Ах, дверь ты, о, пошла за магнитами. Кашляет, мама вина. Меня виновата. Потянула. Уже кашляет нельзя. Ну, он же затем. Там запрыгнул. Да, я понял. Уже, правда, они еще не открылись. Мы же на обратном пути, я думаю, зайдем в магнитики. Конечно, нет, но он сказал, что на обратном пути все. Так и где вы были в результате? Мы вышли уже сюда почти, на площадку. Мы с другой стороны ехали. Потом вернулись обратно. Мы катались на лыжах, потом нужно возвращаться к команде. И, знаю, там, в супербыстром спуске, да, вот на этом, ну, на тросик. Без, главное, без этих, без сноуборда, без ничего. Ну, вы экстремалы, ребята. Уже не новость. В открытой с бордом неудобно.